А тут вас тут много, хватит, не хватит на всех. Много у нас. И пусть они растут, и обязательно, чтобы дети садили. Мы же с вами создаем вечность, будущее. А в будущем кто будет? Наши дети. Вот для них мы создадим этот стадион. И во славу наших победителей. А сейчас у нас еще Тихон Ефимович скажет, как надо садить. Сад Победы высаживаем словами «Родина», кедрами. Буквы величиной 15 метров, ширина 9 метров. Через 3 метра. Минуточку. 83 кедра. Это белой краской колышки обозначены. Затем дубами. С этой стороны слово «Победа». Родина, Победа, дубами. 86 саженцев в слове. Затем сажаем яблони, зеленые колышки обозначены. 75 лет. Желтой краской колышки обозначены. Затем вишневый сад, красные колышки. Заканчиваем сливовый сад. Синий цвет. Всем понятно? А мы первые тут у нас. Ну что, у нас еще там перейдем, заходим. Ладно.